КВН играют все – взрослые дети, студенты и школьники, члены трудовых коллективов. Самую веселую и находчивую команду среди последних выявляли на зональном этапе республиканского КВН на тему «Сказку сделать былью», который состоялся в Кумертауском психоневрологическом интернате. 6 команд из числа сотрудников интернатов города Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Училы, Кумертау и села Тимясово жюри и болельщиков напутствовал Юрий Мельников. Сегодня в наших стенах шутки, юмор и задор. И мы побыстрее хотим увидеть это. Поэтому я желаю всем командам удачи и, конечно, сакраментальные ни пуха, ни пера. Спасибо. Каждым своим выступлением участники игры доказывали, что настоящий КВНщик умеет не только искрометно шутить, но и зажигательно танцевать и петь. В традиционной разминке команды не просто шутили, но и давали ответы на волнующие многих вопросы. Почему Моисей не может принять ванну, а у нас, как всегда, летом горячей воды нет? Доллар колеблется, рубль пытается его догнать, а зарплата бюджетников как стояла, бедненькая, так и стоит. Где зарплата? Украли! У какой еще крали? В домашнем музыкальном задании на суд жюри и болельщиков были представлены композиции в самых разных музыкальных жанрах. От русской народной песни до рэпа. В исполнении настоящих леди. Раскололо сердце пополам. История печальнее, чем много. Часа пролетели как одно мгновение. Сказки, рассказанные командами, вдохновили не только болельщиков, но и жюри, которое отметило достоинство каждой из них в номинациях. КВНщик и КВНщица года, блестящий юмор, самая находчивая команда, самая музыкальная команда. По мнению членов жюри, все команды были оригинальны, что и сделало игру такой интересной и насыщенной. Все команды, скажем так, самобытные, интересные, юмор всякий, разный, женский, мужской и тот, который нравится как себе, так и зрителям. И вы сами слышали, сами видели, мы то плакали, то смеялись, то щетинились, как ежи. Единогласным решением жюри третье место было присуждено команде «Осенняя любовь», город Ишимбай. Второе – «Леди понедельника», город Стерлитамак. Победителем зонального этапа республиканской игры КВН стала команда «БЭМС», города Кумертау. Всех-всех благодарим. Большое, огромное спасибо за организацию такого праздника. Спасибо жюри, если оно еще не ушло, если они нас еще слышат. Столько времени на нас потратили. Спасибо огромное. В общем, до новых встреч. А всем-всем-всем и зрителям, и жюри, и вот музыкантам, всем-всем большое спасибо. Начиная с проходной, заканчивая директором. Огромное спасибо. Мы самое главное благодарим болельщиков, которые за нас болели. До новых встреч! Пока-пока!